Так, хотела показать, в каком состоянии приходит корневая система. Вот у меня гланема белая. Сейчас вот одну я ее рассадила на два стаканчика. Таким образом выглядят корни. Все белые. Вот такая деточка. Сейчас я их потом полью циркончиком для лучшей приживаемости. И сейчас вот так же достану ее оттуда и продемонстрирую вам, какая там корневая система. Корни все хорошие. Не знаю, у кого там приходит с гнилым, я слышала. Нет, у меня такого не было еще. Так, достаю, придерживаю ее немножко. Очень хорошо выходит из горшочка. Смотрите, все отличные корни, все светлые. Ну, сейчас я их просто быстренько разделю на две части. Грунт обычный торф и добавляются такие горошинки, это удобрения. Делится тоже легко. Немножечко как-то поможем корешки распутать. Достаточно легко отделяется. Быстренько достала, не один корешок не погиб. Смотрю, с чего они тут у меня состоят. Это такой, как бы, основание, как черенок укорененный. Видите? Срез. И впоследствии корни пошли. Скорее всего, по два. Вот так вот череночка сажают. Какие-то приживаются, какие-то нет. Поэтому где может быть по одному, а где по два. И вот видите, то же самое. Черенок. Скорее всего, куда-то макает или поливает. Усилителя, может быть, роста, стимулятором каким-нибудь. И оно хорошо быстренько приживается. Хотя гладем вообще не капризное растение. Корни все хорошие. Ни одного гнилого порченного я не заметила. Корешка. Вот эту пленочку убираю просто и все. Старая пленочка, с которой изначально выходят листочки, она приобретает потом темнеет. Так вот. И также прозрачные стаканчики или в какие-то другие я посажу. Все она хорошая, красивая. Чем больше света, освещения, тем ярче и белее будут листья. Так. И каждый, видите, новый листочек выходит. Пазухи. Вот видно прям срез обычно, как вот я делала у гланем суксон. Просто отрезала, укореняла во мхе, а здесь, видимо, в горшках вот таких укореняют. Такой вот легкий субстрат торфяной. Все. Можно добавлять кокос, торф, делать смесь, кидает удобрение, можно поливать стимулятором роста.
И все. Растет себе растение. Так, ну все, буду сажать. Все. Показала. Кратенько вам. Чтобы люди тоже имели представление, что продается в магазинах горшках. Можно посмотреть даже горшок, когда переворачиваем, но посмотрите, какие корни. Если корни белые выходят, тем более даже некоторые наружу, это говорит о том, что можно смело покупать растения. Все. Корни белые, оно очень здоровое. Совершенно вернее здоровое. Вот я их тоже пересадила. Вот они беленькие крышечки. Всех полью на светлое место. Дальше расти и крепнуть. Вот они у меня посажены. Сорт один, только кому-то больше света, кому-то меньше света, соответственно, окрас листьев. Ну, такие агланеллы. Сорта вообще зеленые, вообще неприхотливые. Зеленый с белым, в отличие от цветных. Ну, цветные тоже, я считаю, неприхотливые, но это особенно нетребовательных. Здесь цены им надо. Свет всем, конечно. Вот это будет убираться, старые листики. Новые вырастать. Так, ну вот. Все посажено. Все в стаканчиках. Все будет дальше расти и крепнуть.